отошел Марс. До Марса 107 миллионов километров. Как раз таки где нашей кометы новость. 103 миллиона километров будет в июле 23-го. Так, ну и все. Вон наши последние участники парада. Венера. Жалко, Альдебаран сейчас закрыт. Облаками на Венеру видно. Сияет. Венера сияет. Ну, эта мутность, понятно, из-за облаков добавляется. Вот это все, что с редкостью получается. Практически ничего не получается, все. Венера освещена Солнцем с левой стороны, а не затменена каким-то объектом. И ровно так же сейчас посмотрим. Луна освещена с одной стороны Солнца, а не затменена каким-то объектом. Ух ты, звездочка какая-то. Я не знаю, в окуляре очень классно видно обрез Луны и торчащую из-за него звезду. Да, на мониторе ничего не видно, но ладно. Наиболее резко. Сейчас Луна будет вползать самостоятельно. Я постою в сторонке. Фу, 380 тысяч, по-моему, километров сейчас до Луны. О, а вон и облачко с Альдебарана ушло. Сейчас на нем и закончим. Абсолютный штиль. Прекрасно. Вообще удачно. Суббота начинается. На работу не торопимся. Можем позволить себе проторчать всю ночь. Ты посмотри на эту красоту. В принципе, вот не знаю, конечно, что тут меня завораживает, но я просто в восторге от того, что могу наблюдать за столь удаленными космическими объектами. С
помощью фотоаппарата. Так, ну поехали. Вот она. Сладкая парочка. Луна и Венера. И вон он, Дебаран. Не вижу я на мониторе, на экранчике. Будет это видно в кадре одновременно все три красавца наших. Красавцы. Две красавицы и один красавец. Вон. Альдебаран. Выстроились как раз в ряд. Ровно как на параде. Вот там еще какие-то две звезды. Не знаю, видно справа, вверху в углу. Да их там куча просто. Мама дорогая, посмотри, сколько их там. Да, бинокуляр, конечно, лучше видно. Ну, это я буду просто рассказывать. Придется верить мне на слово. Ну что, большего и хотеть не стоит. Жаль, конечно, что комету не сняли сегодня. Ну, что есть, то есть. Так. 3.31 по Киеву, Харькове, 18 июля 2020 года. Тонюсенькие серп луны, убывающие. Да, жалко, что не видно.